Здравствуйте, туристы-милитаристы. Только что вот буквально из серии «Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите в Африку гулять». У меня есть ряд дурных привычек, связанных, таких микропривычек, связанных с ножами. Самая такая распространенная, часто повторяющаяся дурная привычка – это то, что я постоянно вытираю ножи о подол футболок или рубашек, и поэтому у меня половина моих футболок где-то вот левее, чуть ниже пупка, они все в таких мелких порезах, потому что ножи-то острые. И вот вторая привычка, только что я взял нож, решил дыхнуть на клиночек, чтобы протереть его, и так нормально себе коснулся губы. Я подумал, что на самом деле, если бы я чуть-чуть не рассчитал, я бы просто сейчас спокойно ехал бы зашивать себе губу, и все. Собственно, весь обзор на этом. Всем привет! Нож Александра Лисковского – это украинский ножедел. Живет он в Киеве. И на самом деле я сразу скажу, что как только я вот нож распаковал буквально, там, я не знаю, там, полчаса назад, безусловно, классические формы вообще, ну, совершенно нет смысла писать против ветра и обвинять любого человека, который делает ножи в классическом стиле, в том, что он компилирует где-то там и так далее, потому что классические формы, они уже существуют веками, и здесь никто ни у кого не тырит. Но именно вот микарта это, и вот то, как нож сидит в руке, как вот он играет в руке, мне немножко напомнило, ну, в первую очередь, вот ближайший сосед по похожести, я бы назвал, конечно, ножи Брисы. Они же в прошлом Энза, то есть чем-то мне этот вот, даже и не траппера, даже вот, а какое-то первое такое сиюминутное, мимолетное какое-то такое впечатление. Длина ножа 220 мм, длина клинка 105 мм, ширина клинка 26 мм, толщина клинка 4 мм, финиш клинка такой стоунвош, но он просатиненный стоунвош. Сейчас я покажу. Здесь у нас идет именно стоунвош. Что-то сегодня у меня как-то с освещением поймать бы вот этот вот именно такой небольшой сатинчик. Я даже сам в камеру-то не вижу. То есть стоунвош виден. Ну, в общем, такой небольшой поверх стоунвоша сатинчик, он имеет место быть. Вес 161 грамм. Сталь CPM 3V. На 60 единиц твердость, причем 60 рокволов, это такой, ну, на мой взгляд, это правильный подход. Почему? Потому что, с одной стороны, очень много мнений, и вообще сейчас модно калить трешку там до 62, там, и до плюс бесконечности. Я в этом особого смысла не вижу. Конечно, нет смысла ее делать чрезмерно мягкой, как сделал, например, Benchmade со своими Pucco и Leuco, по-моему, у них там вышел. По большому счету, Pucco и Leuco бенчевские я как-то даже не воспринимаю как ножи из 3V. Почему? Потому что, во-первых, слишком мягкая закалка. Во-вторых, что-то как-то они... Там, короче, куча подозрений и куча у меня непонятного такого вот в голове на эту тему. В общем и целом, 60 единиц это прикольно с той точки зрения, что если нож у вас не для того, чтобы попонтоваться там и отрезать кусок колбасы, а вы им собираетесь действительно строгать и действительно резать, работать по каким-то абразивным материалам и прочее, то вот... Плюс-минус, на мой взгляд, та самая золотая середина, чтобы и легкая такая защита от дурака была, но при этом, чтобы сталь как бы показывала свои свойства во всей красе. Рукоять у нас очень красивого такого болотного цвета микарта с красными проставочками. Сейчас. Монтаж full tank. Ножны Kydex. Такой карбоноподобный Kydex. Очень симпатичный. И TecLock. С учетом того, что нож как бы среднего размера, я считаю, что здесь TecLock, он удачен только если его носить вниз рукоятью нож. То есть, на мой взгляд,
с учетом именно баланса. Если вы поставите теклок вот таким вот образом именно на ремень, у вас все равно, так или иначе, рукоять будет перевешивать, нож будет немножко играть. То есть я здесь даже, обычно я сейчас всем рекомендую теклок менять на ультиклип. В данном случае теклок очень приколен будет, если выставить, например, нож горизонтально. Или опять же вниз рукоятью, как вы видите, он совершенно четко сидит в ножнах, никуда у вас не выпадет, никаких нет люфтов, никаких нет шатаний. И по сути, вот на такой красивый, здесь именно я понимаю, почему Александр выбрал именно этот кайдекс, потому что он дивно сочетается по цвету с микарта. Еще какой-нибудь, знаете, вот цвет такой... Реально сразу представляешь какого-нибудь водяного или лешего, если какую-нибудь еще такую мистическую бусину на него поставить, и будет просто супер. Так вот, по поводу ножен, я хочу сказать, что на самом деле здесь обычный, самый привычный какой-то подвес из стропы прорезиненной той же самой, почему бы и нет. То есть в этом смысле теклок, он как бы... Ну, технологичен, это так все по-новому, но я считаю, что вот в данном случае я больше тяготел бы к классике, классическому какому-то свободному подвесу, именно за счет того, что ну, я считаю, что теклок, он приколен, когда у вас нож какой-то совсем такой маленький, городской, там, тактический и так далее. В данном случае, повторюсь, это напрашивается или подвес вниз рукоятью, или горизонтальный подвес. Одной рукой совершенно спокойно нож извлекается из ножен. И дальше начинается одно сплошное восхищение. Нож сделан очень аккуратно. Он невероятно в руку. Вот по моей руке, я не знаю, сколько там сотен ножей прошлось. И я понимаю, в миллионный раз повторяю, ребята, если вы хотите ножом действительно работать и не понтоваться, всем нравятся сардели подобные толстые рукояти. Пускай будет ровно посерединке или чуть-чуть тоньше. Поверьте, если рукоять будет чуть-чуть тоньше, чем вам кажется, вам надо, вы сделаете этим ножом гораздо больше работы, чем если она такая поначалу будет такая, ох, прям нормально, там все по Фрейду. И потом предплечье просто ушатывается, я не знаю, на первых там минутах работы. То есть здесь все сделано прямо идеально, преидеально. У нас легкая брюшка. Мне очень нравится, как вот здесь сделано потоньше, и здесь сделано потоньше. Я когда беру нож молоточным хватом, я прям понимаю, что вот это ровно-ровно мой размерчик. Это именно серединка, чуть-чуть минус серединки. Это вот ровно-ровно-ровно, как надо. То есть здесь строгательный какой-то потенциал просто безумно большой у ножа. Он прям реально такой прям лесовичок. В принципе, сам нож по себе... Такими формами удивить не просто сложно, удивить невозможно. Почему? Потому что спуски здесь у нас при 4, будем считать, миллиметрах по обуху, спуски у нас здесь 3/4 прямые. То есть не совсем лом, там, как СРК, например, такие вот СРК-подобные ножи. Но при этом чуть-чуть, немножечко, именно за счет вот того, что спуски не от обуха, добавлено, опять же, такого вот лесного духа, скажем так. Немножко так подстраховался, опять же, мастер. Вот. И что-то у меня сейчас было такое, прям хотел умное сказать, но забыл. Обух полированный. Не снятый здесь. То есть здесь на самом деле очень аккуратно, немножко так не закругление, а так именно обработано аккуратно. Но здесь хватает именно для того, чтобы совершенно нормально огниво там цепануть и высечь искру, если надо. Диагональный хват берем. Все-таки учитываем, что здесь подпальцевая вот эта выемка, она не сильно большая. Лучше под, если вам действительно что-то нужно прокрутить, проковырять, что-то вот там пропенетрировать. Самое простое решение — это, конечно же, упор ножа в ладонь. Раз, поставили и пропенетрировали, проковыряли все, что можно. Обратный хват просто идеальный. То есть здесь действительно нож, он просто танцует в руках. То, что микарта гладкая, мне нравится. Это прям, ну, на самом деле, очень-очень приятный. Он приятный на ощупь, а самое главное, что он приятный именно на ощупь в плане охвата, в плане объема. Так вот, легкий дроп.
Без всяких извращений кромочка. Кромочка выглядит просто бомбезно. Небольшая дулька. В общем, все по классике. То есть дальше этот, скажем, нож именно разбирать на какие-то составляющие действительно нет смысла. Почему? Потому что это, на мой взгляд, отличнейшее исполнение классических форм в очень прикольных материалах. По всему ножу у меня единственная вот именно реплика из зала, это в отношении теклока, в отношении рукояти. Надо бы, кстати, поставить на ремень, посмотреть, может, я и зря здесь воздух разгонял. Во всем остальном я понимаю, что это шикарнейший инструмент для именно похода, для аутдора, построгать, нарезать. И по, ну, конечно же, тесты будут, мне тоже интересно, как это все пойдет. Так вот, в чем главная, на мой взгляд, фишка этого ножа? Главная фишка этого ножа, на мой взгляд, в том, что это авторская работа. Нож сделан действительно прям руками конкретного человека. И он стоит $175 при вот этих вот материалах. Я вам скажу так, сейчас я не буду прям врать-приврать, но, по-моему, как раз-таки сопоставимы, в трешке сопоставимы с этим ножом, это только бенчевские Пукко, вот эти вот, которые появились, по-моему, 2 года назад, первая модель, и в этом году вторая модель появилась. И там очень много вопросов. Очень много вопросов, потому что вообще никто не понимает, зачем бенчи сделали это все вот именно так, как они сделали. Все, если мы дальше берем каких-то ближайших соседей, то в трешке ценник идет от 200 и дальше там до $300 и так далее, и так далее. То есть это в любом случае дороже, если мы именно берем какие-то такие вот ножи, которые сделаны прям вот так. Поэтому здесь, безусловно, фишка этого ножа, на мой взгляд, основная, с учетом того, что, повторюсь, классические формы надо постараться, чтобы испортить. Это действительно должно быть какое-то рукожопное исполнение или какие-то косяки. Действительно, здесь такого даже близко нет. Нож, повторюсь, он прям живет в руках. Это вот действительно такой товарищ, походный, бивачный товарищ, которого берешь с собой, и прям вот он работает и работает. То есть главный именно козырь — это соотношение цены и стали. Ну и в принципе того, как все это сделано внешне. Даже я не успел взять какие-то контакты у Александра. Я, скорее всего, контакты Александра кину, если кого-то заинтересует, в описании. Мне больше всего, конечно, забыл сказать, что здесь у нас пробито такое отверстие для того, чтобы клинок дышал. И, ну, конечно, особо продвинутые флейтисты с помощью этих отверстий раздувают огни. Пожалуйста, никто не против. Так вот, там что-то хотел я сказать опять умное, и опять у меня убежала мысль вперед. Вот, поэтому мне действительно очень интересно, что будет дальше. Мне в первую очередь, знаете, я в любом случае вижу будущее. Я понимаю, что он совершенно нормально, достойно у нас выступит на кухонном тесте. Это без вариантов. Но вот эта вот пижонская зеркальная кромочка... Ух, я ее загоню по полной программе. Это будет у нас, перечисляю, лавр из Израиля, будет клен из Норвегии, возможно, даже кусок дуба из Норвегии я еще вытащу из загашников, этот оливка, боксвуд из Израиля и, конечно же, самый трэш – это дуб. Израильский дуб, присланный Ильей Берзоном. И вот если после всего этого нож у меня порежет бумажку, тогда это будет, конечно, не просто там классика по классике и все аккуратно сделано, а это будет прям такое действительно чудо. Потому что вот я прям на эту кромочку смотрю, у меня прям такое вот закрадывается, знаете, именно в отношении дубка, который не так давно у нас тут наделал пилы из... В общем, вот, ребята,
Отличный нож, классный, прям действительно создающий настроение. Хочется сразу бежать в лес и соорудить какую-нибудь лопатку или какого-нибудь буратино выстрогать. Все, спасибо за просмотр, всего доброго, пока!